Так, всем привет. Минута на три, наверное, будет видео. Поехали. Дом 10 на 14. У нас есть три входа. Один с парковки, второй из двора. И третий для человека с ограниченными возможностями, тоже прямо в гостиную. Как я и говорил, вот этот подъем. Что касается планировки основной, то есть сценарий жизни. Пришли, с одной стороны, разделись. Здесь у нас стоит камень, очень красивый, не знаю, пока еще не понимаю какой, но что-то это должно быть, какая-то скульптура, либо камень. Дальше, подъем на второй этаж и санузел первого этажа. Он размещен вдоль этой стены, потому что самая логичная подпорная стена, здесь вся сантехника, все стояки, все разведем здесь. Далее, кухня, с большим островом, между колоннами я ее разместил. Большая русская печь, систему отопления мы продумаем, сейчас с человеком общаемся, как это правильно сделать, чтобы максимально большое количество тепла можно было сохранить в доме. Здесь можно будет готовить, то есть вот такие кольца металлические, да, чугунные. Дальше остров, который, по сути, находясь в гостиной, мы не видим, что происходит на столешнице. Здесь мы готовим завтраки, все дела. Зона созерцания на огонь. Здесь может быть коврик для занятия йогой, может быть какая-то площадка, проводить какие-то здесь, не знаю, собрание, что-то обсуждать, играть на музыкальных инструментах. Вот. Обеденный стол, тоже с видом на нашу иву. Панорамное остекление. По окнам пока еще здесь я, ну, не все распланировал, но в целом основу поймем. Зона ТВ тоже максимально большая, то есть это прям кинотеатр. И возле нее выход. Получается второго этажа, метровые проемы по стандартам. Второй вход тоже шкаф, полка для ключей, для телефонов и шкаф для одежды межсезонной, скажем так. Так, пойдемте на второй этаж. Поднимаемся на второй этаж. Попадаем в общий холл. Он в форме багуа. Сейчас я заказал разбор планировки на такие основные ошибки, если какие-то допустил. У моей знакомой, которая занимается фэншуем, пускай все проверит. Сюда же выходит опять же камин. То есть здесь мы можем сидеть по вечерам, балдеть, наблюдать за огнем, тоже что-то читать. Такой общий холл, да. Вот такой лобби. Дальше попадаем в большую спальню хозяйскую с гардеробом и со своим санузлом. Здесь разместил ванну, можно душевую, не принципиально, но ванна тоже круто. Вот, тоже все вдоль одной стены. Вторая комната, это комната для человека с ограниченными возможностями. Здесь у нас все сделано по стандарту, то есть 1,40 м на возможность такой мобильных, да, разворотов всевозможных на кресле. Все вроде бы учел, вот посмотрел все стандарты, вот они у меня тут и сохранены, все, все вроде бы сделал правильно. Ну, вернемся к этому еще чуть позже. Так, третья спальня, спальня ребенка, возможно, тоже со своим санузлом. Вот здесь можно будет сделать второй стояк возле вот этой колонны. Стол, по сути, такая отельная планировка, рабочий стол, комод и шкаф для одежды. Здесь тоже все как бы правильно. Ну, можно здесь немножко поменять местами, там, сантехнику, но, ну, не та здесь, а вот эту штуку можно по-другому сделать. Здесь у нас выход из комнаты, да, вот вниз. Есть возможность спуститься и выйти на нулевой уровень. Это мы еще по высотам все проверим. Так, здесь небольшая, наверное, прихожая придется делать какую-то, чтобы здесь можно было, ну, снимать верхнюю одежду. Ну, к этому чуть позже. Так, поехали на третий этаж. На третий этаж мы поднимаемся с этого жилищного марша, попадаем в такую комнату. Вот, я скину видео, сейчас посмотрим, как это смотрится жильем. Вот сейчас голова на юг, вот, ну, не знаю, надо подумать там еще по знакам зодиака, посмотреть, как правильно. Вот, и здесь отдельный санузел с ванной, с душевой, со шкафом для одежды, то есть такой тоже гостиничный принцип. Санузел изолированный, ну, вот с этим нужно будет подумать. И большая плоская кровля для занятий, для камней, для ландшафта, для всяких этих историй. Вот, в целом, как бы все. Вот такая планировка вышла. Я сейчас отправлю еще вам это все в PDF и будете рассматривать. Сейчас размеры проставлю, и можно будет начинать обсуждение.